Всем привет, меня зовут Ксюша, расскажу вам про куклу Хлою из серии «Сказочное превращение Братц». Купи ребенку ТВ. Данная кукла продается в подарочной упаковке. Кукла изготовлена из качественного пластика. У Хлои длинные белые волосы с фиолетовой прядью. Волосы уложены в высокую вечернюю прическу. Все тело куклы, а также в основном ее лицо покрывают блестки. У нее яркий макияж. На одном глазу у нее нарисованы симпатичные перышки. Ведь Хлоя у нас трансформировалась из лебедя. Ее чудесное платье выполнено в бело-фиолетовом цвете. Также у платья имеются такие вот красивые крылья, которые украшены множеством блесток. Крылья складываются в шлейф. Вот сзади упаковки это хорошо показано. На ногах у Хлои красивые туфли на высоком каблуке и платформе. В комплект входит специальная подставка для куклы. Также в комплекте имеется замечательная маска. Она фиолетового цвета и украшена ярко-фиолетовыми блестками. Данная кукла яркая, эффектная и станет прекрасным украшением коллекции кукол вашего ребенка. Вы можете собрать целую коллекцию кукол Братц «Сказочное превращение». Всего в коллекции 4 персонажа. Пока, друзья, смотрите куперебенку.тв. Купи ребенку ТВ.